И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и на ваших экранах она. Шедевр, пришедший к нам на PS4 с PS3, в который я очень-очень давно хотела поиграть, еще с самого момента выхода ее вообще, в принципе, в свет. И на самом деле, еще даже когда Heavy Rain показывали в трейлерах, возможно, кто-то даже помнит эти трейлеры, там была женщина с длинными волосами в доме какого-то то ли маньяка, то ли еще что-то, и... В общем-то, разработчики рассказывали то, что это будет история про маньяка, и вроде изначально это даже было историей про женщину, что-то там такое было. В общем, с тех самых времен далеких я знаю об этой игре, и когда она вышла, ввиду того, что у меня не было PS3, я все-таки посмотрела прохождение на западных каналах, поэтому это будет не слепое прохождение, но тем не менее... Мне кажется, это будет интересно, потому что играть-то я все равно никогда не играла, и это будет интересный опыт. И понеслась, давайте, без лишних слов, не обращаем внимания на продолжить этот тест, как это водится. В общем, да. Выбрать новую историю. Новую, да. Новую. И да, ребят, готовьтесь к Бомбалейлу, потому что это моя первая консольная игра, полноценная консольная, и... С DualShock'ом я не знакома, от слова совсем, я буду тупить с управлением, поэтому простите меня заранее. Суббота, время 11:22. Боже, я не верю. Я не верю, что я в это играю. Вот кто бы мне сказал 2 года назад, ты через 2 года будешь играть в Heavy Rain и записывать это, я бы не поверила. Вставай, Итан. Выглядит игра очень приятно. Опять же, когда я смотрела прохождение 150 тысяч лет назад, это был все-таки летсплей, и качество было похуже, естественно, чем на... Господи, чем в самой игре. И, естественно, это была PS3, а сейчас PS4, и все это выглядит очень круто. Посмотрите, волосинки даже видны. Это замечательно. Давай, Итан, вставай, красавец. Он прям как мужик, знаете, из рекламы, встает с улыбкой. А ты будешь осматривать? Давай посмотрим. Давай подышим воздухом или просто открытым окно оставим. Давай, просыпайся. Не будешь ничего? Смотрите, кстати, они поставили вот-вот-вот, видите, детская площадка сквозь дерево. То есть не стали спиливать дерево, ничего не стали делать. Молодцы. Да давай. Так, а что-нибудь тут есть? Надо привыкнуть к тому, чтобы ходить, нужно 2 кнопки жать, грубо говоря. Это, конечно... Ух ты, а тут что? Что это было? А, это, видимо, перила второй раз было. Хорошо, ладно. Подышали воздухом, сделали променад утренний. Пойдемте в душ. Самое время, мне кажется. Одеваться пока нет смысла, естественно. Довольный такой... Ии, господи. Так, куда? Итан, ты чё? Акстись. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Ну, хорошо. Уровень сложности я поставила вроде как на средний. К сожалению, там нет такого легкий, сложный, средний. Там просто... Я не очень разбираюсь в играх, то есть не очень часто играю. Я очень часто играю и неплохо это делаю, и я охрененно это делаю. Нажимаю, удерживая L2, вы можете услышать, о чем думает ваш персонаж. Душ, ну естественно душ. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Да пожалуйста. Давай сперва зубы. С этого надо начинать, мне кажется. По крайней мере, я всегда начинаю с зубов. Так. О боже мой! Как это тяжело-то оказывается, господи! Сиськи трясутся! Так, подожди, мне нужно больше места! Господи, как зубы-то тяжело чистить, оказывается. Ну, вверх-вниз это еще ладно, но вбок это очень неудобно. Не знаю, может, я еще не освоилась. Ой, ужас. Я ж... Еще чуть-чуть и вспотела бы. Ладно, надо привыкать, конечно. Так, что там? А, бритва.
точнее, это даже триммер, по-моему. Для выполнения некоторых движений необходимо контролировать скорость. При появлении этого символа используйте правый джойстик, чтобы выполнить движение медленно. Ну давай, давай. Я же делаю медленно, да? Все же нормально? Давай, Итан, не будем портить тебе лицо. Ну, ты молодец. Хотя... Я люблю мужиков с щетиной. Хотя кому-то она не идет, но... Не знаю. Не встречала пока ни одного мужика, которому бы чисто выбритое лицо шло реально сильно больше, чем небольшая такая мужественная щетина. О боже, сейчас голые жопы будут. Кстати, да, ребятки, возможно, такие вот интимные моменты придется вырезать. Посмотрим. То есть 2 секунды времени, но они сохранят нам жизнь, скажем так. Так, ну что? О боже, опять. Давай, давай, Итан. Вытирайся. Чё, всё? А, господи, в бок. Господи, это ж как трясти-то надо. Это ж какое пространство нужно для маневра-то иметь, чтобы вытереть мужика. Хорошо, оделся? Он те же самые труселя надел или другие? Ай-яй. Так, пойдемте-ка вот сюда сейчас заглянем. Нет, подожди. Подожди, подожди. Птичка, птичка. Давай с птичкой поздороваемся. Привет, Твиттер. Окей, так, что у нас тут? А, это же наша комната, господи, я совсем забыла. Причем самое интересное, я же делала этот дом в Симах. Куда ты идешь? Я должна помнить его вид. О боже, я не смогу сейчас это сделать. Ну, сейчас давайте поэкспериментируем. Нет? Нет, черт. Долшок, надо вспоминать, где тут какие кнопки. Ладно, это будет тестом нашим таким. Все нормально, ложим нафиг. Ложим, господи. Кладем. Ложим. Фиг вам. Ладно, фиг вам. Что там нарисовано? Я просто отчаянно пытаюсь узреть, возможно, какие-нибудь пасхалки к чему-нибудь еще. Например, к Beyond Two Souls. Вроде как говорили то, что... Сначала надо одеться, а потом уж спускаться. Прости, я забыла. Я забыла тебя одеть, Итан. Ты мне и в таком виде нравишься. Я знаю то, что ввиду того, что это все-таки такое небольшое переиздание, HD, там все такое, PS4... Они добавили пасхалки, они, разработчики, добавили пасхалки к Beyond Two Souls. Может, и к Фаренгейту добавили, почему нет? Надо повнимательнее по сторонам смотреть. Ах. Мужчина мечты. Спокойный такой, сразу видно человек, то есть... Абсолютно спокойный такой... Прилежный дядечка. Так, ну что? Теперь ты спустишься. Я не знаю, буду ли я... Так, вот этот косяк с управлением. Ты вроде жмешь вперед. Не знаешь, как он будет реагировать. Я помню, это еще в Фаренгейте. В Фаренгейте мозг выносило местами. Так, нет, на улицу мы пока не пойдем. Я думаю, можно позавтракать хотя бы. Хотя бы немного. Хотя бы выпить чего-нибудь. Сока или кофейку. Давай кофейку навернем. Итан, хочешь кофе? Ты же мужик. Ты любишь, я думаю, кофе. Хотя бред, конечно. Стереотипы такие, то что мужики должны пить кофе, а бабы не любят кофе, они больше любят чай. Бред, она, конечно, полная, но... Иногда работает. С Итаном прокатило. Что-нибудь поесть? Торт. Давай, сожри торт. Ладно, после кофе хлебает сок, мне кажется, или что там, молоко. Это как-то странно, мне кажется, будет. Ой. Не до конца иногда додерживаю.
А тут еще и зажимать надо было. Прекрасный день. Мне, кстати, нравятся такие вот одноэтажные американские домики. Так, зачем это было? Неприятно. Вот и поел. Кто же масло оставляет прямо около окна на столе? Оно же... Нельзя же под солнцем оставлять. О, уже все к празднику готово. Хорошие родители, сразу видно. Так, ну на улицу, я думаю, мы пока не пойдем. Что у нас тут еще есть? Господи, мечта идиота была походить по этому дому. Честное слово. Ой. Че там? Ту-ту-ту. Да ладно, интерневрит, не двигал ее. Ну, пускай работает. Я не думаю, что будут какие-то проблемы с этой... С конкретно этой мелодией. Так, что у тебя тут? Можно осмотреть? Нельзя, да? Ну, ладно, пойдем работать и заодно изучать управление. Итан, Итан, пожалуйста, сядь. Сядь, Итан. Просто сядь. Итан. Ха, он не хочет подходить к стулу. Давай с этой стороны. С этой стороны, мне кажется, лучше получится. Хорошо. Там проект какого-то торгового центра или дома? Так, ну что, бери. Линия от бога просто. Самое интересное то, что архитекторы действительно могут вот так вот просто чертить прямые линии, потому что уже рука набита настолько, что это не вызывает каких-либо сложностей. Ну чё, давай. Надо не тупить только, потому что я так привыкла к Xbox 360, то есть к контроллеру, что нужно вспоминать, что X немножко не там. Я думаю, у всех такая проблема есть. Пользуется много и тем с одного контроллера на другой. Тихо, все хорошо. Главное не забывать то, что когда вот такой пунктир, это значит медленно надо двигать. Ну, аккуратно. Отлично, линеечка. Кстати, вот такие столы. О, даже вот так. Не то. Попутала кнопки, пардон. Давай, я знаю, что я не нажала не на ту кнопку, я помню. Вот этот самый ад в этой игре, это несколько кнопок зажимать. Ну ладно. Так, квадрат. Ой, черт. Да, я вспомнила. Когда, короче, трясется, нужно зажимать, надо запомнить это. Так, ну пока нормально. Пока. Пока хорошо. Главное просто запомнить, как все выглядит. Так, вот сейчас просто нажимать. Давай. Прикольно, как сказать, сделали визуализацию стирания, рисования. Приятно как-то так выглядит. Не знаю. Тижу мой хороший, давай, Тан, работай. Сам дотрешь, молодец. Еще. Даже женщинку когда-то успел нарисовать. О боже. Давай! Я думаю, вот эти моменты с трясогузкой сеты будут моими самыми нелюбимыми. Вверх-вниз еще, ладно. Я надеюсь, вы не слышите, как у меня провод по полу стучит. Потому что у меня геймпад там на коленях фактически лежит вместе с руками. Как-то не странно. Ой. Вверх-вниз, повторюсь. О, блин, красота какая. Вверх-вниз еще ничего, но вот, повторюсь, в бок это просто одище какое-то. Так, не то жму. И забавно, закорючка такая. Работа идет хорошо. К понедельнику закончу. Я рад за тебя. Ну что, пойдем еще попьем теперь сока. Уж мы сколько, часа два, наверное, работали над этим. Где там наша кухня-то была? Можно телек сесть, конечно, посмотреть. Хочешь телек посмотреть? Давай хоть посмотрим, что там. Надо было сесть, наверное, сперва. Что там показывают? Кто музыку, кстати, выключил? А что звук в телевизоре нет? Давай выключим, что оно электричество будет тратить.
Мы, конечно, живем в классном доме, ты архитектор, но транжирить твои деньги, наверное, не стоит. А то потом детям на обучение не хватит. Все на электричество просрем. Давай, сука, глотнем. Такая упаковка вообще. О боже. Надо понять вообще, как сильно нужно трясти, чтобы потом в будущем не перетряхивать, скажем так. Ой, я же забыла медленно. Не подавись, пожалуйста, Итан. Подавился, зараза. Ну, потому что я неаккуратно делала. Или он сам по себе давится здесь постоянно. Не знаю, не помню таких нюансов. Так. Мы быстро закончили, не знаю. Пойдем, что ли, наружу, будем дождемся жену на улице. Стоя. Классный дом. Я бы в таком жила бы вообще с удовольствием. Ничего такого, прям не какая-то там усадьба. Все, что нужно для жизни. Достаточно просторная гостиная, чтобы сидеть и гостей принимать. Просторная кухня. Это вообще рай. Замечательно все. Пойдем еще оливку поедим. Или что, это виноград был? Не хочешь винограда больше? Ну, ты даешь. Поесть-то надо. Итан. Чё ты голодный сидишь? Так, хорошо. Здесь где-то была машинка, я знаю. Где она? Где моя машинка электронная, электрическая? Надо пульт от нее найти. Она, может быть, где-то тут была. Я помню, что она в гостиной вроде была, не? Но чё-то как-то я ее не могу найти. Чёрт с ней. Пойдем наверх. Нет, не пойдем. Слава богу. Уже от безделия ходит, не знает, чем заняться. Морщинки добавили. Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый? 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придется чуток подождать. Да ладно, может, он велосипедный имеет в виду. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Я их сейчас уроню, я вам отвечаю. Потому что именно сейчас у меня начала чесаться шея. Очень сильно. А хотя нет, две кнопочки. А почему две кнопочки? Может, уровень сложности поменять? Потому что две кнопки это как-то помаловато, не? У меня вроде средний стоит, не знаю. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. Да? А как ты? Удалось проработать? Ну, да. Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Не знаю. Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Это можно. Конечно, с радостью. Кстати, может быть, голоса чуть-чуть погромче сделаем? Вот, кстати, уровень сложности. Вот я довольно часто играю в видеоигры и ориентируюсь в элементах управления. Вот это изначально мне предлагали. Я прекрасно ориентируюсь. Мне кажется, это сложный уровень сложности. Просто не знаю. Давайте посидим на нем, если будет, ну, прям совсем легко, подправим. Повыше поставим. Так, давай голоса погромче, чтобы вы там слух особо не напрягали. И эффекты, это может чуть-чуть погромче. И даже музыку чуть-чуть погромче. Окей. Все, давай. Итан, ты не туда поворачиваешься, милый. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. И ты мне даже ни разу не сказала... О, господи. Что ее нужно смазать? Ты прекрасная жена. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно. Меньше всего я хотел бы поссориться с твоей мамой. Ну да. Кстати, вот интересно... Этот сервис можно все-таки как-то разбить или нет? Мне бы хотелось как-нибудь попробовать. Когда-нибудь для себя. Просто, не знаю. Совсем медленно двигаться, мне кажется, это... Надо бояться очень сильно маму ее. Хорошо. Че, только двое друзей придут? Еще что-нибудь? С каждым днем она становится все краше. Здесь задохнуться можно. Свежего воздуха. Потом, подожди. Хорошо, что я все сделал. Это можно да. Наслаждаться праздником. Сад? Отличная погода.
В самый раз для работы в саду. Ну, вы же знаете, что я сейчас захочу сделать, да? Сейчас, подожди. Выйду поиграть с детьми. Обязательно, ты выйдешь, но давай сперва. Итан. Что? Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Ну ладно, пускай. Пускай. Обычная семья, почему бы и нет? Тем более, пока дети снаружи, нужно ловить момент. Неплохая идея, Итан. Только момент неподходящий. Да все прекрасно. Жаль. Я должна заняться праздником. Взгляд Вернемся такой... Вернемся к этому разговору вечером. Муки просто душевные. Так. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Mm-hmm. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Как в том году. Хорошо. Так. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. А что ты там делаешь? Овощи какие-то. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем, Итан. Ну, явно не молодеем. Черт, почему 8-шоп, а не 7-шоп? Мне кажется, было бы символичнее. Вообще, конечно, это что меня в таких домах немного смущало всегда, что окна — это, конечно, прекрасно. Много света, электричества не нужно тратить, все зашибись. Но черт, они же просматриваются очень хорошо. Вот так заходишь в труселя... А, вот она, машинка-то. В труселях заходишь до кухни дойти? Не дойдешь. Придется что-нибудь накинуть. А почему он жену обернулся? Типа, а не будет ли она меня ругать, потому что я детские игрушки использую? А разве она не для детей? Конечно, я на пробу запустил. Да, ясно. Ну да, конечно. Мужики, что дети, всем это известно. Как говорится, мужчина — это случайно выживший мальчик. Не обижайтесь, мужики. Я вас люблю. Но это ж правда. Подожди. Подожди, что это было? А это... На мечах. В «Игру престолов» играет, я вам отвечаю. Так, подожди. А ты задвинул, что ли, до этого? Господи. Мне почему-то казалось, что оно было закрыто. Не обратила внимания. Ну чё, пацаны, будем играть? Свободен, как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот Ладно, придут. Ладно, сейчас придем, мам. Сейчас будет махач. Кто будет первым? Меня, нет, я первый. Меня. Тише, дети, оба успеете. Оба успеете. Так, положением головы. Меня, я первый. Ну ладно, ты у нас именинник, давай. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Ой, боже. Ребенка не выкинет куда-нибудь. Хотя с моим управлением это запросто. Так ощущение, что он сейчас коленками должен был пролететь по траве. Соскоблить все. Ну ладно, не случилось и хорошо. Не умирай. Ой, боже. Не, папа. Ладно, Шон, готовься. Поехали. Вперед. Ой, боже. Ой-ой-ой, быстрее. Мы сейчас в стену врежемся. Мама, смотри, мы летаем. Ой, боже. Нет, давай еще чуть-чуть. Мы же не весь сад облетели. Давай вокруг площадки. Нет. Слишком сильный крен. Блин, это непривычно так, то, что ты можешь что-то, что в твоих руках, двигать. Господи, куда техника дошла? Я чувствую себя такой старой, если честно, в такие моменты. Ладно, давай вниз. Ну давай, пап, ты же да, у нас мои мускулы. Мои мускулы умерли. Крепче. Так, хорошо. Ой, не то. Ой, я же должна ржать. Да, точно. В PS4 версии Итан выглядит старше, хочу заметить, за счет добавленных ему морщинок и так далее.
Уей! Папа силач, папа Халк. Хорошо. Махач. Джедайский, судя по мечам. Или около джедайский. Не уйди от меня. Время расплаты. Негодяй. Сдавайся, слабак. Сейчас пробил. Мне кажется, папаня тащится с этого не меньше, чем дети. Я специально, естественно, я буду поддаваться. Иногда буду попадать, конечно, но... Это ж дети, господи. Тебе не победить. Давай, давай. Давай. Нет, нет, я слабый злодей. Герой должен победить. Похоже, больно пнул. С каким-то странным звуком он умирал. Ну ладно. За стол, дети. Идите есть. А кто потом траву будет отстирывать от рубашки? Жена. Где я? Кто это сделал? Все убежали, все бросили. Ну ладненько. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. То есть мы сперва пообедаем, потом будем принимать гостей, и они там еще раз поедят, да? Как-то немножечко непрактично. Надо было, мне кажется, кормить их до поездки в магазин. Чтобы когда они приехали, чтобы они потом поели непосредственно на празднике, не? Что такое? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Очень символичный, конечно, момент, учитывая все события игры, но вот единственное, что ж с птицей такого случилось, что она была живая. Он ее вытащил, может быть, и что он с ней такого сделал, что она прям умерла? Шею сидела и сворачивала? Вряд ли. Этот момент, конечно, вызывает вопросы, но ладно уж. Вообще, конечно, рядом с дорогой неплохо бы детей за руку держать. Папа не держит одного, мама не другого. Как-то неосторожно. Ну ладно, не будем других родителей учить, как им своих детей воспитывать. Моя музыка-то что-то громко. Ничего ж не слышно. Мы никуда не пойдем, вернувшись. Идем. Отлично. Джейсон, конечно, странный. О, и эта женщина тоже не... немного странная. Волосы, кстати, классно сделаны, посмотрите. Джейсон? Джейсон. Ты куда пошел? Джейсон. Ну, повторюсь, ребенок, конечно, странновато себя ведет. Наверняка он пошел к клоуну. Наверняка. Он где-то рядом. Секунду назад был здесь. Да вон он. Джейсон! Вообще, вроде родители производят впечатление довольно, ну, хороших родителей. Но почему-то ребенок, который казался совсем недавно послушным, ведет себя странно. Лучше не отходи от меня, понимаешь? В магазине легко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Это немного странно, повторюсь. Эй, малыш, как тебя зовут?
Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. Жуткий клоун. Если что, ненавижу клоунов, страшные они. Не, чтобы взять ребенка за руку. Ты видишь, что он уходит. Подожди, подожди, папу, сынок. Сразу за шкирятник и все, и держи. Много. И пошел. Вот чё он пошел. Так, давай. Итан. Да ты издеваешься, что ли? Так. Да что такое? Сдачи не надо. Так, пацан. Вот это, конечно, повторюсь, очень столько странно выглядит. Ботинки никак не померишь. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Ну да. Джейсон! Вот повторюсь, этот момент, я думаю, он многих смущал. То, что когда ребенок уходит, вроде, повторюсь, родители хорошие. Джейсон! И дети вроде выглядят послушными, но при этом в итоге получается так, что нифига подобного. Джейсон! Ну ладно, спишем это все на детскость. Давай. Господи, толпище народу. Так, где шарик-то, кстати? Где там? Вон он! Быстрее. Тише, да я знаю. У меня ребенок пропал, идите в жопу. Чуть тебе надо, слышали? По-моему, вот этот чувак в костюме, который рядом, он тоже стоит и не понимает, где он находится. Народу, естественно, слишком много. Это все понятно, что наиграно специально для нагнетания обстановки и для эффекта того, что слишком много народу. И в панике тебе кажется, что его слишком много. На самом деле его, естественно, меньше должно быть. Да ладно, ты не видишь его напротив? Вот это, конечно, он... Как я думаю, многие уже об этом и говорили, и думали. Этот момент, конечно, он очень грустный, но мозг ломает то, что женщина успела затормозить, и Итан принял на себя тот удар, который имел место быть. И, конечно, возникает вопрос, как так вышло, что с Джейсоном большая неприятность случилась, и поведение жены тоже, конечно, вызывает вопросы, почему... Она кричит «Джейсон», но вообще-то там как бы Итан под той же самой машиной. И это, конечно, повторюсь, тоже вызывает вопрос. Это смотрится немного странненько. Но ладно уж. Не будем особо придираться к этому. К таким драматическим моментам никогда особо придираться не хочется, но вопросы так или иначе в таких вот щекотливых ситуациях, они возникают. Хочешь ты этого или нет? Сэм Дуглас. Сэм Дуглас — это... Скотт Шелби. 7 из 7. Замечательно. Очень здорово сделали такой контраст, то, что сперва все яркое, классное, замечательное, а потом вот такое. Мне вот, кстати, всегда было интересно. Вот эта женщина, с ней все понятно. Но вот другие
лица, которые тут мелькали. Вот интересно, это для чего так было сделано? Может быть, это лица как-то кого-то из семьи разработчиков или просто кто-то, кто работал также над этой игрой и внес какой-то там свой вклад. Вот всегда было это интересно узнать. Только единственное лицо, которое сюда не вписывалось, это лицо старушки, которая была. Но я думаю, кто играл, тот знает. Или кто смотрел. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно, есть ли среди тех, вот, кто смотрит это прохождение, те, кто никогда не слышал про сюжет данной игры, никогда, ну, то есть не видел его, и не играл, не смотрел, просто ничего не знает. Напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно посмотреть, есть ли такие вообще еще люди. Потому что я, к сожалению, в свое время посмотрела, повторюсь, эту игру, потому что я даже не предполагала, что когда-нибудь она у меня будет. Когда-нибудь в будущем, там лет через 10, думаю. Ну, в принципе, почти так и случилось. Почти. И, естественно, столько ждать я не выдержала. К тому же я боялась словить спойлеры, и мне очень хотелось посмотреть. На PS4, короче, игра выглядит очень классно. Full HD, если еще смотреть. 2 года спустя. Но я думаю, 2 года спустя, что было, мы посмотрим уже в следующей серии. Ну что, ребятки, с почином нас с первой игрой на PS4 на канале и с Heavy Rain на канале, потому что, черт возьми, игра прекрасна. Кто играл, те знают. И, в общем-то, она не нуждается в своем представлении. Это, пожалуй, одна из самых лучших игр на PS3 была, и я думаю, сейчас на PS4. Не самая, повторюсь, лучшая, но одна из самых лучших, потому что очень глубокий, сильный сюжет. И, черт возьми, это Quantic Dream. Че с них взять? В общем, ребят, надеюсь, что вам понравилось. Буду стараться как-то максимально атмосферно проходить. Не знаю, как у меня получится. То есть каких-то нелепых шуточек, как хихи-ха-ха, такого не будет. Я просто буду проходить и, вот как в этой серии, я думаю, вы могли наблюдать, высказывать какое-то свое мнение по поводу тех или иных моментов в игре, которые меня там либо смутили, либо не смутили. Ну, в общем, типичное прохождение. Ничего интересного, все расходимся. В общем, вот такие вот дела. В общем, сколько я еще расскажу это слово. В общем, надеюсь, что вам понравилось. Если это так... Поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет приятно. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, если вы здесь впервые. На канале есть Фаренгейт, обязательно смотрите его. Я думаю, если вы нажмете на восклицательный знак на экране имеющийся, там будет ссылка на Фаренгейт. Но это прохождение очень старое, поэтому я там немножечко по-другому звучу, немного по-другому себя веду, поэтому не удивляйтесь, если что. Вот. Ну а вам я говорю большое спасибо за внимание, за просмотр и увидимся в продолжении в следующей серии. С вами была Seven Heavy Rain. Всем удачи и до встречи. Пока-пока.